Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием «5 ночей с Фредди» Into the Pit. В нырянии в бассейн. Итак, ныряние в потусторонний мир, так сказать. Итак, мы нажмем сейчас «Продолжить». Жутко, окей. И я тогда как бы сделал одну из концовок. Я так понял, это была концовка одна из самых простых. И как мне уже объяснили, концовок здесь очень много. Придумать что-то, чтобы вытащить ребенка. А ребенок у нас... здесь. Мы, по-моему, тут все, что могли. Бассейн с шариками. Тут вход есть. Заперта. У меня нету инструмента, чтобы его оттуда вызволить. Понимаете? Так, инвентарь. Вот что у меня есть. Но ничего из этого не объединять. Никаким-то образом использовать мы не можем. Войти внутрь. Тоже не могу. Так, карта. То есть я тут могу бегать чисто на выход выйти, но это мне даст... только конец игры. Ту концовку, которую я бы не хотел иметь. Так, я еще раз тут кое-что проверю. Помните там... о, монетка валяется. Подожди. Вот тут хочу пробовать зайти. Заперта. А сюда? О, не могу открыть. Прикручена винтами. То есть нам по-любому... со вкусом пиццы. Нам по-любому нужна отвертка. Здесь только выход. То есть нам по-любому нужно нырять в бассейн. Басик. На носик шмякнул. Шмякнул на носик. Идем в бассейн. Нам нужно переместиться на какую-то другую локацию. И сюда опять потом вернуться, чтобы какой-то либо инструмент... опа, ребята сидят. Подожди, а вы откуда взялись тут? Вас тут раньше не было. Подожди, не понял. Пропали. Призраки, вы видели? Маску. Не могу использовать здесь. Три. Батарейка. Какой-то звук, будто кто-то идет. О, жвачки. 25 центов за конфеты, я могу жить на конфетах всю жизнь. Все так же заперто. Может, сюда пришел робот? Робот-гобот. Так, с этим что-то можно сделать? Стоп, а куда делась эта триада? Не знаю, куда они делась. Куда-то они делись. Что у нас тут в этом? Что-то может здесь? Какие-то там вещи. Может быть, мы можем тут что-то найти. Сейчас это не поможет. Нашуметь можно с Фреддиком. Так, ну это я все проверял. Но я на всякий случай еще раз смотрю. Я на всякий случай. Случай. А что за дверь вообще? Что там есть? Закрыто. Уверен, что там есть отвертка. Если это та же пиццерия, может, у Джеффа есть ключ? У Джеффа есть ключ. Найти ключ. Нужно вернуться к Джеффу. Чтобы попросить у него ключ. И сюда потом... надо телепортироваться обратно. К Джеффу. Найти ключик. Поняли? Я разгадал. Я это сделал. Так, ныряем. Шарики. Шарики. Джефф. Дружище, ты где? Мне нужен ключ. Подожди, где Джефф? Где эта стойка? Подожди. Пиццерия, все верно. Столики, шмолики. А! Кухня, бассейн, холл, выход, закулисье, подвал, кладовая, холл для вечеринок, зал, кафе. А куда мне нужно пройти, чтобы к Джеффу попасть? О, вот Джефф. Это Джефф? Освальд, Джефф, у тебя есть ключ от подвала? Сначала бассейн с шариками, теперь подвал. Тебе совсем нечем заняться. Да, хочу узнать все. Давай сделаем так. Буду с тобой откровенен. Я не плачу за вывоз мусора и забыл вынести мусор на фабрику. Сходи, вынеси мусор, и я дам тебе ключ, когда вернешься. Возьми этот фонарик, там довольно темно. Спасибо, но заряд почти на нуле. Покопайся в мусорке, когда батарейки сядут. Там может быть много чего интересного. Фу! Так, включить фонарик. F, буква.
чик. Выключить. Выключить. Удерживать для перезарядки. Чикс. Поговорить. Сходи, вынеси мусор. Я вам тебе ключ, а когда вернешься. Блин. Мешок мусора. Инвентаря. Посмотреть. А мы можем мусор? Пахнет тухлой пиццей. То, что не съели. Я вас понял. Так, окей. Выходим. Карта. Кухня. Зал игровых автоматов. Холл для вечеринок. Слушайте, мы можем пойти поиграть в автоматы. Но у меня есть даже какие-то жетоны, монетки. Но нам нужно заниматься мусором. Идемте. Так. Понял. Мы на выходе. Надо в сторону двинуться. Потом... Куда он сказал мне вынести мусор? На фабрику, библиотека, фабрика. Видимо, там перерабатывают. Школа, библиотека. Ну, пойдемте на фабрику. Сказали, что там темно. Не знаю. Пойдемте на фабрику, заценим. Нажмите I для доступа к инвентарю. Ночь 1, фабрика. Так, вот мы здесь. Выбросить мусор. Что-то валяется. Батареечка одна. Мусор. Мешок мусора. Все. Найти ключ. Чего? Пазл матрица? Мы что-то собираем какого-то своего робота, что ли? Где это пазл матрица? Вот она. 14-й пиновый чип, генерирующий рандомные пазлы в игре. Хм. Мы какой-то должны автомат игровой собрать, что ли? Так, мы можем тут пройти? Что тут? Фабрика закрылась 3 года назад. С тех пор в этом городе закрылось почти все остальное. Мышеловка. Вау! Обычная мышеловка Джеффа, стоит купить еще таких. Что там еще? Фу, уверен, что этот весь мусор лежит здесь со времен закрытия фабрики. Фонарик. Не нужно тратить заряд фонаря впустую. Фу, уверен, что этот мусор лежит здесь. Я влево пошел. Ага, все, это все. Это все, что мы можем на фабрике увидеть. А, я думал, там будет она прям огромной локацией, честно говоря. Но может потом мы проникнем на заброшенную фабрику попозже по сюжету? Я не знаю. Так, идем к Джеффу. Найти ключ. Надо зайти внутрь, отсказать ему, что мы вынесли мусор. Джефф, готово. Спасибо, парень. Пожалел мою больную спину. Вот ключ, так как я обещал. Так, искать отвертку в подвале. Так, отвертка. Покажите мне этот ключ. Как он выглядит? Вот он, ключик. Весь в жире. Ключик. Так он с отверточкой маленькой. Хм. Это типа брелок, я так понял. Не настоящая отвертка. Так, нам нужно теперь добраться до подвала. О, кусок пиццы. Валяется на столе тупо. Можно захавать. Да есть да кем-то. Так, значит, если мы сейчас сюда... Ой-ой-ой, гитара разбита. Тут что? Никогда не видел, чтобы Джефф пользовался этим. Отсюда и все пятна на полу. Не моет пол совершенно, Джефф. Засранец. Так, а интересно, мы сможем здесь ключ применить? Эта лужа здесь уже очень давно. Надеюсь, моя обувь не промокнет. Да, конечно, взял, вступил в лужу и намочил обувь. Ну, ты, конечно, интересный чувачок. Так, ладно, давайте пробуем... Применить ключик. Вот этот. Но мы могли и в том измерении. Так, тут теперь фонарик нам пригодится. Что-то что такое? Что здесь? Внизу батарейка. Опа, батареечка пригодится, конечно. И что мы тут видим? Здесь нет смысла использовать эту вентиляцию. Я уже и так достаточно навредил забегаловка Джеффа. Вот какие-то инструменты, по-моему, висят. Ящик. А ну. Она слишком ржавая. Похоже, что она лежала здесь много лет. Не получается. В смысле не получается? А-а-а! Мы же в будущем. Нам нужно вернуться в прошлое. Чтобы она не была такой ржавой. Так, фонарик отключай. Поняли логику? Вы поняли? Я понял. А вы поняли? Возвращаешься в прошлое, и, соответственно, все становятся моложе. В том числе и батарейка становится более новенькая. Так, может, тут что-то можно порыться? Закрасили изображение персонажей, но на стене они все равно как бы мерцают слегонца. Так, тпшимся в прошлое.
измерения. Вот они тут все на месте. Деревянные шары. Что за деревянные шары? Деревянные шары из старой аркадной игры. То есть мы реально какую-то игру можем собрать. Благодаря этим всем вещам мы можем какую-то игру собрать. Это мы читали. Троица пропала. Вот здесь мы можем... Если я в будущем открыл, то в прошлом она будет закрыта. Все логично. Открываем. Тоже темно. Ну, ёк-макарёк. Звоните. Ой, блин. Кто такой? Фредди, что ли? Реально Фредди. Что-то взять можно было? Рука. Слот для жетонов. Ух ты. Отверточка. То, что нужно. Есть отверточка. Спаси застрявшего ребенка. Замени батареечку. Подожди, дай тут поищу, поищу. И почему-то там висит отвертка, а не здесь. Чуть мне этот Фредди не нравится. Ладно, валим отсюда быстренько. По Шурику. Застрявший ребенок. Включить. Я иду к тебе. Еще один Фредди. Кстати, тут их два, вы поняли? Застрявший ребеночек. I will help you. Ой, боже, как ревет. Не реви. Так, три. Отвертка, отвертка. Сколько у меня уже вещей всяких? Сейчас мы расковыряем, раскрутим эту всю хероборину. О, выпал пацаненок. Привет, пацантре. Какой здоровый. Плачущий ребенок. Ух, спасибо. Я боялся, что застряну здесь навсегда. Я болтал со своим другом, и вдруг... Что-то упало. Ох, похоже на него. Он может быть в опасности. Пойдем, мы можем найти его вместе. Я бы так бы и не был уверен. Пофиг, нужно выбираться отсюда. Стой, я ищу своего отца. Ты не видел высокого мужчину в синей рубашке? Ты говоришь о взрослом? Нет, не видел. Слушай, я хотел бы помочь, но... Ё-моё, кроляка! Бежим! Куда? В шарики, давай в шарики. Чего я сюда бегу? Фиг его знаю. Давай, сбежать. Я в шарики нырну. Опа, бомбочкой. И чё, я сбежал? Наверное. У меня не так много времени на поиск отца, но сначала нужно придумать план получше. Прости, пап, береги себя, я скоро вернусь. Сбежать. Пойти домой. Пойти домой. Kick plastic ball into the door frame. Взять лестницу, стоит много шума. Это все он вспоминает, что произошло. То стоит этот самый трап, то... Мама, то папа появляется, меняются местами. Ничего тебе, семейка, да? О, нет! Нет, 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 нет. Ох, это был просто сон. Думаю, мне нужно просто начать день. Позавтракать. Видите этот робот, про которого я говорил, который папа купил за последние деньги? Вот возле шкафа он лежит. Обожаю этого робота. У него есть кнопка, после нажатия на которую он сходит с ума и сильно шумит. Пару раз пугал так отца, когда он был в подвале. Нормальный сыночек. You can pet the cat. Любимец. Погладил котеечку. Этот кот меня, короче, сильно мяукает и сдает меня. Так, это что у нас? Отец купил мне эту лавовую лампу на гараж... На гаражной распродаже. В ретро-духе. Но мне понравилось. Я видел такие на Алике, кстати, эти лампы. Не может быть. Что? Не может быть. Что? Что не может быть? Слишком напряжен сейчас, чтобы рисовать. Рисовать не... О, у него Фредди, кстати, на диване. Вы заметили? Медвежонок. Это закончилось, так что этот вентилятор больше не нужен. Пускай дует. Котика прослаждает. Click the light switch 10 раз. О, я могу играться светом. Лучше отключим. Сейчас же день, зачем нам свет? Поэкономим электричество. Да, в принципе, вентилятор тоже жрет электричество. Отключим его. Зачем нам, родителям, лишние траты? Так, нам нужно
Позавтракать. Мы вышли со своей комнаты. Карта. Кухня внизу, гостиная. Ну, давайте вниз спустимся. Ну, тут можно еще что-то... Шкаф посмотреть, может быть. Вдруг чего найдем интересного? Какую-то батареечку. Мама хранит здесь медицинский халат. Запомним этот момент. О, как вырос мой шестиклассник. Он в шестой класс ходит? Что? Первый день школы, ты еще не проснулся, молодой человек. Надеюсь, что проснулся. У меня был очень странный сон. О папе. Не волнуйся, с папой все в порядке. Он ждет тебя в гостиной. Что? Боюсь, что там папа сейчас будет с синими сияющими глазами. Помимо номера пиццерии здесь ничего не разобрать. Номера пиццерии? Почему номер... 555 53 5 555 555 333. Так, подождите-ка. Я могу это, по идее, набрать. Давайте попробуем. 555 333. Позвоню Джеффу. Три Джеффа, дом пиццы Джеффа, это Джефф. Эй, Джефф, это Освальд. Странный вопрос, знаю, но после того, как я ушел, не было ничего странного? Туалет засорился. Больше ничего? Нет, до свидания, Освальд. Да уж. Идем к папе. Я так и знал, что... Ох, возможно, я тогда пропущу завтрак сегодня. Но твой отец хотел позавтракать вместе с тобой сегодня. Может быть, другой раз? Что ж, не забудь свой завтрак, чтобы не остаться сегодня без еды. Взять пакет с завтраком. А если я подойду папе? Папочка! Папочка, давай пообщаемся. Что здесь? Дополнительная батарейка. Папа, ты что тут свет подключим? Так, мы в гостиной. Если к ним подойду. Привет, дружище. Я с тебе как бахну. Так, ладно, год все еще тот же. Спасибо, календарь. Не могу ничего сделать. Но он просто рычит или сопит, или что он делает. Пойду за завтраком. За пакетиком. Мама, там что-то не то. Пакет с завтраком, пойти в школу. А где мне этот пакет рассмотреть? Сэндвич с ветчиной и сыром. Самый популярный школьный завтрак. Нормально. Бутыч. Бутыч перекусить. Так, а вот тут что-то можно найти. Сама мысль о том, что этот кролик держит отвертку. Или молоток, или нож. Об этом страшно даже подумать. Эти старые пыльные коробки лежат здесь, сколько я себя помню. Коробки, ничего. Тут, видите, нельзя ничего подобрать ценного. Нет, я думаю, какая-то батареечка, что-нибудь. Идем в школу. С мамой поговорить. Веди себя хорошо в школе, ладно? Я знаю, что ты приближаешься к возрасту и слишком крутой, чтобы уважать власть. Но знаешь, что не круто? Тюрьма. Ого. И из какой социальной рекламы ты набралась этого, мам? Это секрет. А теперь тебе нужно поторопиться, а то ты опоздаешь на занятия. Мама готовит лучший бекон. Всегда спрашивает меня, не хочу ли я добавки. Мое личное правило. Никогда не отказываться от дополнительного бекона. Хм. Прикольный малый. Оз. Оз. Снова на меня бурчит, смотри. Шипит и бурчит. А что за дверь это? Так, пылесос. О, на чердак залез. Зачем? Не знаю. Младенцем я бы уснул. Чемоданы. Давно никуда не ездили. Ну, зря я, наверное, сюда зашел. Но я в надежде на батарейку какую-то. Паучок. На чердаке жутко. Так, все, идем в школу. Время тратим зря. Не дыши на меня. Не дыши на меня. Я в школу собрался. У меня всего еще сохранили записи Зендреликс против Мека Зендреликса. Как бы мне не хотелось посмотреть этот фильм вместе с отцом сейчас. А как бы мне хотелось посмотреть фильм с папой, типа. Понял. Ну, видимо, уже не в этой...
На полке фотография бабушки. Она все еще живет неподалеку. Мои родители не хотели уезжать далеко от нее. Это одна из причин, почему мы остались в этом мертвом городе. Бабуля... Это про кости? Да. Видите? У нее кости старые. Так, окей. Почта. Нету никакой почты. Идем. В школу. Дом Освальда. Библиотека, пиццерия. Школа? Нам сюда? Нажмите Escape для выхода в настройки. Вот это совет! Освальд, не могу представить, думать об этом существе. Так, а где я? А, вижу, вот он я. Возле тети с очками слева. Там возле рюкзака. Нужно было просто убежать. О, кто может вообще есть в такое время? Уверен, что это хорошая идея, Джет, непослушный сообщник. Джет, может, можешь уходить, если ты такой трус? Что они там придумали? А, петарду какую-то взрывают, блин! Бомбочку. Низкооплачиваемый учитель. Эй, кто это сделал? Бить. Вообще-то за границей, насколько я знаю, учителям нормально башляют. Нормальные там запешки у них. Беги. О, сейчас меня скажут, что это я. Не, все свалили. Так, окей. Посмотреть, что осталось. Хм, интересно, есть ли у этого парня еще такие штуки? Петарды. Хорошо, давайте все вернемся в класс. В класс, в класс. Мячик. Кидать мяч сейчас? Ну, конечно. Пахнет свежим мясом. Это мой завтрак. Освальд Оцелот разучился есть. Это было единственное, что ты делал правильно. Глупый подхалим. Ха-ха, неплохо, Дилан. Какие-то они дерзкие. Пахнет свежим мясом. Это мой завтрак. Все меня хотят как-то обидеть, да? А это кто такие? Любитель животных. У нас в семье 3 кошки. Завистливый ученик. О, я люблю кошек. А у меня... И у меня 2 собаки. У меня кролик. Освальд. Ненавижу кроликов. Рюкзак. О, батарейка. Надеюсь, у нее есть еще заряд. Батарейку стыбрил. Тетенька в очках всех зазывает. Этот, в класс. Мисс Митчем. Класс, успокойтесь, не забывайте, что должен прозвучать звонок, прежде чем вы будете свободны. Так, вернуться, найти ребенка с петардой. Так, кто же там петарды взрывал? Давайте начнем слева направо, со всеми побеседуем. Да, ты что-то хотел, Освальд? Мне нужно, вздыхает. Нет, ничего, мисс Митчем, извините. Ностальгирующий ученик. После первого дня школы мы с семьей обычно ходили на роллер-дром. Разочарованный. У тебя хотя бы была такая возможность. Теперь после закрытия никогда не узнаю, каково там. А, да, я бы лучше сидел дома, играл бы Field Forge. Думаю, так сказать, начал бы писать сочинение о Вашингтоне Ирвинге, правда? Мисс Митчем говорит. А, сочинение писать, это вам не игрульки ваши играть, компьютерные. После первого дня школы мы с семьей обычно ходили на роллер-дром. Подожди, подожди, это сверху. А что там внизу? Книжка какая-то. Как мне туда переключить внимание на... О, на книгу. О, у меня нет ни времени, ни желания открывать учебник сегодня. Ты тот ученик, который взрывал. Расстроенный ученик. Не могу поверить, что в первый день, первый же день школы у нас уже была задана работа. Что? У нас была работа сегодня? Полусонный ученик. Все проспал. Ну тут нет его, получается. А кто взрывал тогда? Так, идем искать. Кто тут взрывоопасный ученик? Ты? Наблюдательный ученик. Уборщик сегодня разговаривал со своей шваброй. Наверное, туда вселился призрак Чистюля. Так, мы можем тут карту открывать?
Класс. О, еще один класс есть. Кабинет директора. Игровая площадка. О, ну, есть вероятность, что он у директора. Найти ребенка с петардой. Либо он где-то тут что-то новый планчик затевает какой-то коварный. Что быстренько все оббежим. Что-то найдем. Проверка купонов. Новое устройство какое-то. Так, система сканирования, которая проверяет аутентичность призового купона. Мы какой-то реально компьютер можем потом собрать. О, кто-то пришел. Какой-то пацанчик. Умный ученик. Не поверишь, что сегодня случилось на занятии по естествознанию. Мы пытались создать модель вулкана, и она взорвалась рядом с учителем. Было извержение смехом всего класса. Так это что, что мне надо? Мне нужно эту петарду. Чтобы что? Чтобы этого зайца рвануть? А вы не думали, что у этого мальчика просто банально может быть ученик-геймер? Ты играл в новую игру? В Wrestle Quest. Мой отец мне рассказывал о разных рестлерах. До этого я ничего не знал о рестлинге. Зато знаю теперь. О да. Наблюдательный. Это наблюдательный, а этот... Что-то взрывал. Так, похоже, в пятницу будет собрание. Вот это будет действительно весело. А ты? Эй, это же ты, тот парень с петардами. Джет, меня зовут Джет. Но так тоже звучит неплохо. Одолжишь мне еще петард? Во-первых, одолжить петарду нельзя. Они одноразовые. Ладно, можешь дать мне одну? Ты вообще представляешь, сколько они стоят? Давай так. Обычно после школы я зависаю в библиотеке. Принеси мне что-то, что мне не достать нигде. И тогда мы, может, поменяемся с тобой. Пойти домой. Шкафчик, подожди, батарейка. Я могу использовать ее в фонаре. Здесь ничего нет, кроме вонючей спортивной одежды. Кубки. А у нас трофеев больше, чем у старшеклассников. Да, они за победы в кикболе, но все же. Кикбол. Welcome. Дилан как-то раз использовал это и пришлось эвакуировать всю школу. У него были большие проблемы. Девочка какая-то. Атлетичный ученик, поддержите нашу волейбольную сборную. Я уверен, что в этом году мы выиграем. Уверена. Ну, всякое бывает. Больше не буду показывать свои новые рисунки. Не хочу видеть этих монстров в школе. Так, с кем мы, по-моему, беседовали. Вот, швабра разговаривает. Раз. Игровая площадка. Ну, мы зайдем к директору, попробуем. Так, я у директора. В кабинете. Так, ты тут... Темно. Статья из школьной газеты в рамке. В заголовке написано о победе в кикбол-турнире. Вот так вот. Если я выгляну, то смогу видеть наш дом отсюда. Ну, тут ничего нету. О, подожди, стол. Отец приходил на родительские собрания. Сомневаюсь, что это существо придет на них. А если придет... Если у этого нашего мальчика, который главный герой, этот босс, если у него просто расстройство какое-то психологическое, ящики не используются. После закрытия фабрики в городе осталось мало детей. Мусорка? Ничего полезного, просто мусор. Идем на площадку еще раз. Там мяч, дети. Эти кошки, собаки, кролики, я понял. Мяч. Сейчас все дети пропали, да? Но здесь больше ничего мы не найдем. Вот рюкзак еще. Ничего полезного. Уходим, значит. Дети периодически... Дети периодически... Это самое... Ну, сдвигается. Опа. Не хочешь почитать книгу о том, как не быть неудачником? Дилан? Вот, блин. Глупый подхалим. Ха! Ладно, парни, давайте больше не будем тратить время на эту заучку. Я заучка! А чё я заучка? Какая-то девочка осталась. Не понял. Не слушай их. Это они девочки стали заучка? Дилан, просто завидую тому, что ты умеешь читать. Ха-ха, спасибо. Габриэлла, в моей прежней школе хулиганы тоже докапывались до меня из-за чтения. Что ж, тогда они довольно глупые. Я читаю много научной фантастики. А что читаешь ты?
древнегреческую мифологию. Ох, я собирался как-нибудь тоже до этого добраться. Ха-ха-ха. На самом деле это не сильно отличается от научной фантастики. Вся суть в том, чтобы оставаться храбрым в сложных ситуациях. Что ж, если когда-нибудь захочешь почитать что-то с картинками, я с радостью одолжу тебе комикс. О, если тебе нравятся рисунки, возможно, тебе пригодится это. Я помогала вчера дедушке разбирать всякий мусор и нашла его старый альбом для рисования. Там есть интересные рисунки. Открыть инвентарь. Альбом шедевра дяди Габриэлы. Читать для проверки. Ё-моё! Он конструировал этих всех роботов. Этих всех аниматов. Не есть рядом с Чикой. Почему она... начинает плохо пахнуть. Что это за запах? Второй техник тоже заметил запах. Не только я. Новое поведение август. Чика создает мусорные гнезда. Уведомить сотрудников, что весь мусор нужно выносить до закрытия. Проблем компании номер 83. Ремонт, обследование внутренностей торса задерживается. Отключить протокол обаяния днем, чтобы Чика не крала еду. Дети плачут при виде внутренней части рта. Ого, обо всех неисправностях голосового аппарата необходимо сообщать старшему руководству. Не пытайтесь играть на гитаре Бонни. Схемы активируй протокол зажимания. Отрегулировать силу объятий. Ребенку повредили спину опять. Почему это вообще является частью протокола? Отрегулировать в очередной раз. Сколько это уже... было. Так, подтвердить escape навигация. Можно листать. Приклеить шляпу к голове. Дети постоянно воруют ее. Шляпу отрывает от этого, от Фредди. Старшему руководству плевать на безопасность. У новых моделей челюсти все так же ведут себя непредсказуемо. Почему он продолжает кричать? Не допускайте яркие вспышки рядом с Фредди. Он сходит с ума. У него перегорают схемы. Не используйте фотоаппараты с вспышками. А он боится вспышки, реально, когда на его фонариком светишь. Так, помни, темные глаза следят за тобой. Программирование искусственного интеллекта приводит к тому, что Фредди преследует гостей, охраняет двери. Второй техник назначен для выполнения работы. Второй техник что-то знает. Где он? Фредди продолжает пытаться снять свою голову. Второй техник назначен для выполнения работы. Никаких громких тусовок. Техник не приходит уже третий раз подряд. Примечание на потом. Так, разные вещи начали проявляться не на своих местах. Появляться вещи начали. Будьте бдительны, это нарушение кодекса об охране здоровья. Старшему руководству плевать. Еще больше вещей. Они начинают образовывать круг. Образовался четкий круг с углублением по центру. Чика приносит в круг украденную еду и ест ее. Последние обновления безопасности сожгло искусственный интеллект. Чика застряла в протоколе консервации как механизм самоуспокоения ночью во время обхода охраны. Кусается, берегите пальцы. Кто-то залез в голосовой аппарат Кекса и запрограммировал его на рычание. Второго техника попросили разобраться. Второй техник пропал. Так, гитара. Новая модель гитары струн Бонни теперь... струны Бонни теперь рвутся как минимум раз в неделю. Заменить их даже несмотря на то, что они новые, чтобы они не рвались на сцене. Сохранить старые в качестве запасного варианта. Старшее руководство запросило, чтобы все старые струны выбрасывались за пределы территории, чтобы избежать судебных исков. Второго техники попросили выбросить их на фабрике до конца дня. Видимо, боятся судебных исков после инцидента с электрошоком. Бедный ребенок. Ё-моё, подробная схема глаз аниматроники. Чикс, 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 чикс. Подробная схема слоев костюма. Полный комплект, набивка, эндерскелет. Так, это что-то недостающие какие-то изображения. Не знаю. Не есть рядом. Ну все, это конец. Escape. Вау. Прикольно. Ничего так не может быть. Он был каким-то техническим специалистом. Так что там просто каракули и пометки с его старой работы. Но он не хотел говорить об этом.
Я собиралась выбросить этот альбом, но было жалко бумагу, понимаешь? Ага. Кстати, меня зовут Габриэла. Меня Освальд. Это интересный альбом, Габриэла, спасибо. Офигеть! Ладно, 35 минут, наверное, хватит на сегодня. Давайте подойдем к этому мальчику золотому. Что это за золотой мальчик писающий? Не знаю, мне нужно вернуться домой. Пойти домой. Мне нужно пойти домой как-то. Все, я буду прощаться тогда с вами. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам было интересно сегодня играть. Мне, как вы поняли, да.